В глазах детсадовцев озорной интерес и любознательность. Они пришли посмотреть, как ребята постарше читают стихи, поют песни, играют на инструментах и танцуют. Ведь совсем скоро они сами перешагнут порог образовательного учреждения. И сейчас у них есть возможность немного познакомиться со школьной жизнью, которая состоит не только из уроков. Сегодня в рамках преемственности мы пригласили детский садик «Тополек». С этим детским садиком мы традиционно для них устраиваем различные мероприятия, концерты, приглашаем их точка роста. Также наш ученический совет ходит в детский сад, показывает робототехнику. В конкурсе «Зажигаем звезды» приняли участие ребята практически со всех классов. Школьники продемонстрировали свои таланты. Одни с выражением читали стихи, другие пели, а кто-то показал свои художественные способности. Малыши из детского сада были в большом восторге и после каждого номера бурно аплодировали. Преемственность, конечно же, важна. Наши детки, попав на концерт в школу, очень притихли, присмирели, потому что для них это что-то новое. Им это очень интересно. Они готовы, они без страха, я думаю, 1 сентября переступят школьный порог. И уже ознакомясь с детьми постарше, им это очень интересно. Тем временем каждый творческий номер оценивали члены жюри. Обращали внимание на артистичность, умение говорить и держаться на сцене. Я как жюри, в этот раз представитель жюри, могу сказать, что все дети готовились, все дети выступили очень хорошо, нам было очень тяжело выбрать. Но конкурс есть конкурс, и в каждой номинации были определены победители. Почетные грамоты им вручат на уроках. Но для ребят главное – возможность блеснуть талантом и выразить себя в творчестве. Мы гордимся своими учениками, мы очень счастливы, педагоги, администрация, что у нас такие талантливые дети. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.